Какие остались впечатления от этих матчей? Ну, знаете, все-таки, наверное, впечатления, наверное, остались хорошие. Почему? Потому что игры, в общем-то, были довольно-таки доброкачественные. В общем-то, ребята играли хорошо. Но самое главное, наверное, этот турнир был для того, чтобы вот именно проверить новых игроков, подготовиться к новому сезону. И, естественно, конечно, какие-то игры были, в общем-то, смазаны. Вот. Но я думаю, что этот турнир пойдет на пользу нашей команде. И я думаю, что все-таки «Спартак» в этом году завоевывает чемпионство, потому что мы долго ждем. Этот турнир как-то показал, нужен ли объединенный турнир, объединенный чемпионат? Я думаю, что, скорее всего, нет. Почему? Потому что начнутся очень много есть проблем с этим. Проблемы, во-первых, кто будет от Украины выступать, то от нас будет выступать, какие команды. Это раз, судейские, в общем-то, наверное, проблемы, которые возникают, кто будет судить, наши или, допустим, украинские, или кого-то из СНГ приглашать, или из иностранцев, понимаете, когда будет играть, допустим, «Спартак» с киевским «Динамо», понимаете, потому что проблем очень много. И, естественно, те судейские проблемы начнутся, в общем-то, те перепалки, которые есть. И так у нас они есть с судьями, так еще сейчас будет больше. Поэтому я считаю, что, наверное, все-таки это не для меня, вот, по моему мнению, это нецелесообразно. У меня последний вопрос. Очень много сейчас разговоров о том, что эти игры показали, либо не показали, в какой форме «Спартак» перед новым сезоном. Что вы скажете? Ну, я думаю, что, наверное, все-таки это не показатель. Я еще раз говорю, что эти были, в общем-то, товарищеские игры. Они были пробные. Проверялось много молодых игроков, наших талантливых игроков. Наверное, проверялся оптимальный состав, который будет, в общем, выступать. И это, наверное, скорее всего, была подготовка к чемпионату, в общем-то, страны, которая начнется через неделю практически. Поэтому я считаю, что «Спартак» подготавливается, наверное, хорошо, и подготовится к сезону хорошо, и будем еще раз надеяться.